Ебаный в рот. Да нормально же. Пройди там встречи. Здесь у дорога хорошая. Ёп. Черканул грузовичок. Точнее, и... справа. Фургончик справа. Чё, ты видосик пилишь? Пилю. Ладно, встречка. Я не слепой, я вижу. Быстро ты туда ехали? Нормально. На точке тормозни. Тормоза очень чудные. На каскады? Решай сам. Можно на каскады? Ты сам говорил, через каскады и дальше куда? Можно сейчас доехать на каскады и прямо вот по самой верхней дороге ехать до самого Чикаго, а дальше через Детройт и, знаешь что, до самого Акадия. Это самая, скажем так, северная часть. Самая правая северная? Да. Прям в самом верху. Так, а вот почти в самом верху. Где Акадия? Я просто пока не вижу. Ну, крайняя, самая правая. А, до туда вы? Угу. И расходимся, да? Ну, не знаю, дальше решай сам. Ну, давай по самой крайней верхней проедем, там как раз... Там дорога как раз длинная, уйдет часа два. Я там уже ездил. Ну ладно. В принципе, до Акадии можно было доехать через этот коридор. Горный. Ну да ладно, так. Метку тогда сейчас ставлю. Делаем круг почета через город. Так. Нам надо на мост. А, ну вот. Сейчас, короче, налево и на мост, слышишь? Угу. Первый поворот будет налево, это будет поворот на мост. И далее все время по прямой. Ты где? А, уже уехал. Я на мост, блин. Идем. Стоп.
А чё это у меня нагорит на право? Пиздёж, прямо надо ехать. Поехали прямо. Давай. В эту сторону? Вообще в эту, но не здесь заезд.